Здравствуйте, мужчины и женщины! Я очень рад видеть вас. Спасибо за то, что вы нашли свое свободное время и пришли на этот замечательный памятный концерт. В этом году нашу мужскую компанию, безусловно, украсят наши девчата. Анна Мягкова, скрипка, и моя коллега, заслуженная артистка России, Наталья Горячева. Ребят, проверьте, пожалуйста, проверьте. Хорошо слышно? Песня Высоцкого 1964 года, она называется «Я любил и женщин, и проказы». Я любил и женщин, и проказы, что ни день, то новая была. И ходили устные рассказы про мои любовные дела. И однажды как-то на дороге рядом с морем, с этим не шути, встретил я одну из очень многих на моем, на жизненном пути. А у ней широкая натура, а у ней открытая душа, а у ней отличная фигура, а у нее в кармане не гроша. Ну а ей в подарок нужно кольца, кабаки, духи из первых рук, а взамен немного удовольствий от ее сомнительных услуг. Я тебе, она сказала, Вася, дорогое самое отдам. Я сказал, за 100 рублей согласен, если больше, с Петей пополам. Женщины, как очень злые кони, захрипит, закусит у дела. Может, ты чего-нибудь не понял? Но она обиделась, ушла. Через месяц улеглись волнения, через месяц вновь пришла она. У меня такое ощущение, что ее устроила цена. Отличная фигура, а у ней открытая душа. А у ней широкая натура, а у меня в кармане ни гроша. Спасибо, спасибо. А следующая песня, не менее нами любимая, написана она. Но, впрочем, это даже не столь важно. Все ее вы наверняка хорошо знаете. А что любили, так это позади.
Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, Алёша выколол твой образ на груди. Да, я ношу в душе твой светлый образ, Валя, Алёша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. А я сказал, что не забуду в жизни Вали, а я тем более, Алёша, отвечал. Да, я сказал, что не забуду в жизни Вали, а я тем более, Алёша, отвечал. А теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому труднее попробуй разбери. У него твой профиль выколот снаружи, у меня душа изранена снутри. Да, у него твой профиль выколот снаружи, у меня душа изранена снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, да пусть мои слова тебя не оскорбят, я прошу, Алёша, расстегни рубаху и гляжу-гляжу часами на тебя. Да, я прошу, Алёша, расстегни рубаху и гляжу-гляжу часами на тебя. Мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди, Алёши, и на грудь мою твой профиль наколол. Да, он скопировал тебя с груди, Алёши, и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, чернить своих друзей неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Да, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Спасибо. Ну а по занавес нашего выступления мы вам исполним также песню 1964 года, песня о госпитале. Жил я с матерью и батей, а на Арбате здесь бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что мне слава, что мне глава, медсестра и белый свет. Умер мой сосед, что справа, то, что слева еще нет. Эй! Однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, говорит: послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы? Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Эй! Тот, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. Издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Эй! Был я не калека и слезал с кровати вниз, я тому, в который слева просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, каким я стал. Был бы жив сосед мой справа, он бы правду мне сказал.
жил я с матерью и батей на Арбате, здесь бы так. А теперь я на кровати в медсанбате, весь в бинтах. Что мне слава, что мне клава, медсестра и белый свет. Умер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. Спасибо. До новых встреч. Счастливо вам. Всего доброго. Дмитрий Корявин с группой товарищей.